В минувшие выходные аким области Бердыбек Сапарбаев осмотрел несколько социальных объектов города. Так глава региона ознакомился с ходом строительства хоккейного модуля в 11 микрорайоне Дворца школьников. Также аким посетил актюбинские учебно-производственные предприятия Казахского общества слепых, в котором работают 35 человек с первой и второй группы инвалидности по зрению. На производстве выпускают полотенца, перчатки, постельные принадлежности. Директор предприятия Дамиткен Жумагамбетова сообщила, что работники трудятся по 7 часов 5 дней в неделю. При этом в последнее время возникают сложности с получением заказа у основного заказчика Донского горно-обогатительного комбината. Сейчас закуп забрали компанию, руководящую компанию ARG. Я в Астану ездила, вроде бы переговоры плодотворно прошли, обещали. Обещали, мы письмо писали Тилю и региональную палату. В общем, содействие было. Надеемся, что рассмотрят. Вообще, целом нам надо будет посмотреть. Этому управлению надо сказать, где вот заказывают другие компании, предприятия, рукавицы,